пользоваться картами уже кажется неудобным а компас вообще выглядит анахронизмом рынок захватили навигаторы теперь они решают как и куда ехать или идти навигатор планирует маршрут с десятками пунктов за полминуты советуют где перекусить в течение дня и где лучше переночевать в незнакомом городе он может проложить путь по лесным тропам и найти дорогу к вершине горы как поддержать разговор с электронным штурманом и когда российские навигаторы обгонят западные.